Всем привет, с вами Элис Фан Блэк. И Сирл. Ну и сегодня мы играем в такую, возможно, не в тему карту, вроде бы Новый год уже прошел. Мы будем играть в рождественский побег, бета. Да. В общем-то... Играем мы с Санта-Клаусом. Бровайн? Брауни. Брауни — это на английском название помощника Санта-Клауса, по-моему, что-то такое. А, окей. Так, ты себя нашла? Выбрала, ну, да, себя. Вот, все, пошли. А ты где? А. Я иду за тобой. По-моему, когда я один играл, да. Что? Здесь будет такой. Что за музыка? Так вот, эта музыка будет постоянно так прокручиваться. Так, смотри, вот с этими мурлоками. А! Нет, уйдите, уйдите. Не трогай их. Сейчас приведем их к этим. Да, я знаю этот прикол. Ну, и что побыстрее, давай тоже я буду. Не, пускай они сами разбираются, не хочу. Да, чтобы побыстрее пройти этот дурацкий уровень. Я его застелил. Музыка, конечно, вот эта вот стрёмная. Голкость моя. Хи-хи. Эй! Так, что дальше? Там монетка. Пираньи тебя едят! На! Отлично! Опять я сдох, да? Да. Они здесь не воскрешаются, да? Печалька. Так, вот на эти корни тоже нельзя наступать, я это помню. Будем играть под эту страшную, жутковатую музыку. Так, так, ага. Ран! А, спасибо. Надо же их куда-то деть. Правда, я не знаю, зачем они тебе. Что оно делает? Оно едет прямо. Я сюда, кстати, не ходил. Совсем. Ну вот, короче, да. Ну почти прямо. Оно по дорожке едет. Неважно. Я вот не ходил сюда. А куда ты ходил? Я ходил направо. Что там? Там какая-то фигня. Отлично. Я хочу вот сюда. В этот раз пойти. Ну, я тебе вот... сюда и надо, по идее. Да? Ну, да. Ну, хорошо, я... Вроде бы. Не, просто справа я не помню что, а раз я не помню, значит, это незначительно. Ой. Шапочка. Ой-ой. Ой-ой-ой. Что? Это что-то мне не нравится. Ты должен пойти подобрать шапочку. Думаешь? Да. Ты я... хотел пойти подобрать монетку? Нет, что-то как-то... эту шапочку тебе на голову оденут. Правда, я не знаю, что она делает. Вот. Давайте. Ice Key. А, понятно. Она дает бонус к силе локости разума плюс 5. А. Ну ладно, беру Ice Key. Окей. Все будет нормально. Ice Key. Шапочка. Возвращаюсь. Ладно, возвращается. Зачем вы такую музыку будете добавлять, я не знаю. Я тоже не знаю. Меня это бесило, когда я один проходил. Ну это реально бесит. Ну вот. Это действительно бесит. Ты можешь зайти в настройки и отключить музыку. Тогда у тебя ее не будет. Прекрасно. Вот здесь тоже эти корни. Не, серьезно, ты можешь зайти и отключить звуки. Ай-яй, зомби. Пыщ, пыщ. Все нормально. Вау. А-а-а! Да. Еще одно. Ё-моё. Иглу. Что такое иглу? Давайте разрушим иглу. Иглу — это домик у эскимосов. Я хочу его разрушить. Наверное, меня напитает злой эскимос и убьет меня. Ай-яй! Да. Пыщ. Пыщ, это я продобрал топор. Молодец. Сила атаки героя на 5 увеличивается. Неплохо. Мне это нравится. Теперь я крутой брауни с топором. Угу. Так, тут все ясно. Полегли. Склоняюсь перед вашей волей. Так, ладно. Что-то у меня действие какое-то не особо удачное. Что-то меня уже второй раз убивают. Второй раз я слежу за тем, как ты проходишь. Ничего, ничего. Ну ты иди, иди. Будет тебе уроком. Ну что, ты все равно скоро сдохнешь. Еще одна шапочка.
Это должна была быть моя шапочка. Я подберу ее. У меня плюс 10 ко всем характеристикам теперь. И две шапочки. Да. Жаль, что это не отображается. И топор. Жаль, что это не отображается. Дуэла. Так. Что дальше? Так, эти мертвые, ладно, пусть. Я не помню, почему я не помню, что здесь, но здесь, по-моему, тоже кто-то выезжает. Так, а если я сделаю прибежку сюда, они же мертвы, они же просто так мертвы. А, меня не убьют, ну ладно. А если я сюда наступлю, а то я нельзя пойти, ну ладно. Ты, по идее, должен наступить на эту платформочку и валить. Куда? Ай-яй! Эй! What the hell is that? Ты жива? Ты жива? Нет. Что за... Воу-воу-воу-воу-воу. Это что за дичь? Это что за грёбаная дичь? Я не понял. Так, ладно. Игроки там все их рубят. Я буду рубить этого тоже. Как это долго. Еще и жуки. А если я попробую просто свалить туда? Не знаю. Пускай они дальше сражаются. Все нормально. Че дальше? Эй! Чудики! Херак, 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 херак. Мне нравится эта карта. А мне нет. Ну, еще бы. Разрушаем иглу. Тут даже три охренеть. Они их убили все-таки. Здесь написано почему-то, что ты говоришь. Yeah, we did, we killed it. Killed it. Я сижу молчу вообще. Ну, я не знаю. У тебя хотя бы реплики отображаются? Чьи-то? Ну да, мои. А, ну вот. Я сам себе что-то говорю. Но я не Малк. Ну куда дальше? А, еще. А нет, сюда сначала. Так, это еще кто такой? Стрэнджмен, странный человек. Да. Слышь, Стрэнджмен, что у тебя? Давай я тебя убью. Попробуй его тыкнуть. Молодец. Пыщ, пыщ, пыщ. У меня есть топор, я ничего не боюсь. Че, и все что ли? Ну и ладно, ну и на здоровье. Не. Буду убивать этого мурлока тогда. Кто это такой? Да. Это что, Санта? Прелесть какая. Где? Исцеление, нормально. Ты видишь? То, что я себе отметила. Типа мы сюда должны добраться, понятно. Наверное. Но тут Санта. Так, а куда дальше идти, собственно? Не знаю. А, я понял. Не, ну ладно. Короче, с этими мы разобрались. Так, эти чудики. Игрок. Ну, все игроки, кроме тебя. О, свиток исцеления выпал с этого жука огромного. И надо теперь пойти на этот лифт, видимо. О, точно. Давай. Ой-ой. Господи, что? Что? Как? Нет, телепорт. Подождите. Что происходит? Я не понимаю. Телепорт. Да. Типа, нужно правильную дорогу найти или что? Наверное. Да. Да ладно. Да ладно. Да ладно. Да ладно, да ладно, да ладно, да ладно. Тебя заело, тебя заело, тебя заело, тебя заело. Почти. И что, что мне делать теперь, я не понял. Идти. Куда? Куда-нибудь. Меня отправляют назад. Ну иди туда, где тебя не отправляют назад. Меня везде отправляют назад. Вообще, если ты как бы обратил внимание, то тебя отправляют назад только на определенные штучки. Меня везде отправляют Нет. назад. Да. Посмотри Нет. внимательнее. Да. Смотри, смотри. Я иду вот сюда. Меня отправляют. Ты видишь то, что рисунок на полу двух разных символов? Вижу. Ну вот там, где квадратик такой, ну полуквадратик, там тебя не отправляют. А там, где полосочка, тебя отправляют. Так вот теперь смотри. Ну? Я иду вот... Иди. Короче, ты видишь... Ты наступаешь на эту полосочку. Да. Ну так, ты видишь, здесь везде вокруг эти полосочки. Господи, пройди к этой платформе, пройди аккуратно по краешку, иди в центральную. Платформе? Господи, мужчины, они такие логичные. Вполне логичные. Очень. Я ж тебе говорю, что там везде эти полосочки.
Вот и меня везде отправляло. И выхода просто не было, ты понимаешь? Был выход! Я же нашла выход! Ты мертва! Ну и что? А еще он мою логичность гонит. Монетку подобрал, и пираньи съели. Логичные женщины, так? Ну я же тебе деньги отдала. Что-то мне не нравится, что они здесь. Рычаг, око и... Ой, он мой, я могу им управлять. Это круто. Шлёпни. И что дальше? Я так думаю, ничего хорошего дальше не будет. Хотя черт его знает. Мне вот олень не нравится. Так, подожди. Честно говоря. Ну ладно, он там остался. А ты дальше пройти не хочешь, посмотреть, что там? Я хочу попробовать око разбить. А, нет, его нельзя разбить, ну и ладно. Ты сейчас просто сейчас на полосочку встанешь, и тебе телепортнет. А, рычаг был для отключения полосочек. А, окей. А олень почему-то, мне кажется, что если я... Если бы я там... О, шляпа. С ним встретил... Ага, да. Еще одна шляпа, да? Замечательно. Тебе немного шляп? Нет. Не вспотеешь? Нет, мне в самый раз. С этим оленем я не должен, видимо, сталкиваться, потому что он неуязвимый, его убить нельзя, и он, скорее всего, забыдал бы меня. А, еще один. А, не трогай меня, олень. Олень. Так он и есть олень. Все нормально. Олень, олень, олень. Фу. Олень, олень, оленевич. Господи. Так, еще зомби. Ура. С топорами. У меня тоже есть топор. Только а почему я... они не отдают свой топор? Какая разница? Третий уровень, ха-ха-ха-ха. Замечательно. Иди давай. Это мне нравится. Так, это что такое? Портал. Ящики, я хочу разбить ящики. Молодец. Там была крыса. Что ты говоришь? Черт, эта глупая крыса укусила меня. А, я так думаю, ничего хорошего от того, что она тебя укусила, не будет в дальнейшем. Какая разница? Мне кажется, ничего не будет хорошего, если я пойду в этот туман и к льдинам. Поэтому я пойду в портал. I don't feel so good. Тебя заперли. Да, я вижу. I don't feel so good, это типа, я не очень хорошо себя чувствую. Ты, кстати, жива. Да? Вау, мне не пришлось это все проходить. Я умер умер от проклятия крысы-оборотня, тут пишут. Нормально. То есть, типа, я один, да? Да. А здесь какой-то орангутанг. Иди давай, орангутанг. Ну, слушай, меня здесь точно убьют. Я ж не знаю, что там дальше. Это не орангутанг, это человек в костюме. Ну, он больше на орангутанга похож. Но, как я понимаю, это какая-то свадьба. Наплевать, иди. Блин, ты мне даже предметов своих не оставил. Падла. Мне жаль. Проходи одна. Куда я вообще должна идти? Так. Ты типа попробуй убить человека с топором. А, конечно, я, конечно, могу его убить, но... А потом меня вот эти вот двое не прикончат? Я нет? Не знаю, но у него есть топор. Если ты... Может, получится взять вот топор? Нет. Ну ладно. Ой-ой. Мне не нравится. Что этот человек тебе сделал, тебе написали? Ну и ладно. Ничего, этого скелетика ты сейчас убьешь и получишь чуть-чуть опыта за него. Чуть-чуть? Ну да. Ну, ты даже крит наносишь. Классно. Иди дальше. Что мне сделал этот человек? Этот человек обладал топором. Вот что он мне сделал. Я чуть... Так, это... Этот... Алиен... Пришелец. Ну, попробуй нажать рычаг. Или сначала его грохнуть, потом нажать. У него атака 84-120. У тебя 3 за 25 здоровья. Я бы не рисковал. Я чувствую, мне... Это моя пещера, тебе говорит пришелец. Я уйду, пожалуй, да? Там какая-то машина. Она, скорее всего, в него прям. Может туда возвращаться. Ты там все видел? А, все понятно. Да, так, нормально. Секундочку. А то меня раздражают эти вибрато звуки, если вам вообще они были слышны. А, я пришел в тупик. Ну тогда возвращайся. Как я понимаю, мне в пещеру надо, да? Я думаю, что нет. Это, по-моему, единственный вариант вообще, куда мне надо идти. Ну, попробуй. Я видел еще вариант, конечно. Ты куда? Где ты? Я в пещере. Ладно, иди в пещеру дальше. Проход засыпало. Это не засыпало, это кости. Ага, проход засыпало в пещеру. Ага, даже так, понятно.
Плохо. Так, мне не нравится, что здесь происходит. И то, что у него есть топор, а у меня нет. А может, ты мне его отдашь все-таки? Ах ты, сучка. Иди дальше. Так. Ворота можно открыть? По-моему, что нет. Нового? Не, да. Ой. Опа, это еще. Вау. Человек бежит. Трищ. Что там пишут? Написали, что этот человек тебе сделал. То есть, как будто бы это ты его убила. Ну, ладно. Мне он ничего не сделал. А что он сделал в той повозке, я не знаю. Так, а мне куда вообще идти? Ну, вверх, иди вниз. Я не знаю, куда, иди вниз. Так, это тоже. О, какой-то. Спайкс. Deadly Spikes. Спайкс — это шипы. В описании написано смертельные шипы. То поэтому. Есть я лучше не буду их брать, да? Да. Я пошла. Лучше не надо. Я пошла, да. Мне с монеткой уже повезло. Ой, что это? Господи. Что-то он делает. Неуязвимый. Неуязвимый. Так, не подходи к нему. Не, просто попытайся его обойти, да. Порожничком, порожничком. Сейчас я сюда выйду, мне будет весело, да. Мне будет весело. Ты все равно его быстрее бьешь. Ну что? Ну я тоже хочу топорик. Хотя, конечно, с тремя шапками Санта-Клауса было куда веселее. Угу. С учетом того, что как минимум одна была моя. О, не надо было монетку подбирать. Да, кстати. Кстати, о монетке. Где там? О. Ой, очень они мне нужны. Ну, знаешь, мне они тоже были очень нужны. Ну, я тебе их отдал. Мне вот интересно, а что они по всей карте умирают? Да это они должны сразу там мертвыми лежать, но, ну, видимо, это недоработка такая. Ладно, мне придется подойти к нему. Лишь бы он меня не грохнул. О. Трудно исцелить, замечательно. Это очень даже неплохо. Он там больше ничего не оставил. Иди дальше. Так, вот, ничего не оставил. Иди дальше. Да иду, я иду. Мне интересно посмотреть, что будет дальше. А вот мне не очень. С учетом того, что я очень плохо что-либо вижу из-за этих арок. Еще зомби, чиво. Два зомби. Ну и наплевать. Ну давай, добивай его. Два зомби — это не очень хорошо. Зато опыта больше. Угу. О, даже крит, неплохо. Еще один, ладно. Три зомби. Очень много зомби. Мне нужна руна исцеления, она очень хорошая. Но мне ее не дали. Иди дальше. А если меня сейчас грохнут? Если будут зомби, беги назад. Окей. Только далеко я все равно не убегу. Дальше. Я смотрю, есть ли зомби? Нету там. Я буду смотреть. А тебе видно теперь, всю папку, теперь что есть. Ли? Нет, мне видно то, что ты то, видишь. То, где я стою, да? Мне видно... Короче, твой обзор. Твой радиус обзора. Ну, понятно. Я, пожалуй, постою пока. Он все равно тебя не убьет, поэтому иди нападай. Отлично. А если он там не один? Один. Будет забавно, если вот оттуда сейчас кто-то выедет. Ну да. Дрын-дын-дын. Ну давай, добивай его, ты чё? Во. Иди дальше. Сраная музыка. Ну ты вроде как вышла из пещеры. Лесная полянка. Мне не нравится, как она выглядит. Она выглядит слишком простой. Значит, здесь должен быть какой-то... А, ты здесь подвох. Была, кажется. Нет. Короче, иди сюда. Куда? Вот к этим рунам. Ну, я подошел поближе. Ой. Ух ты, как. Как это красиво. Ладно. Это очень красиво. Теперь проходи. Ну, хорошо, хоть не мне на голову. Оно ж могло меня прибить, если бы на меня упало, да? Скорее всего. Прекрасно. Хорошо, что я стоял подальше, называется. Так, опять шипы. Что? Их брать не стоит, поэтому иди дальше. Эй, я иду. Ой. Ой, горячий человек. Ой. И машинка смертоносная. Ой, нормально. О, шапка. Шапка! Уи, моя шапка! Иди дальше. Так, а мне прямо или в бок? Откуда я знаю? Ну, пройдемся. Или можно в бок посмотреть, что там. А там ничего. Окей. Ну я посмотрел. Мне норм. Оу, что это?
Странный... Это какая-то неуязвимая... Странный человек. Я знаю... Он неуязвимый. Я знаю все ни о чем. I know everything about nothing. Поэтому просто проходи дальше. Ты уверен? Тут еще перед ним лежит... Баба. Да. И ведьма холода. Прелесть. И что, мне в эту воду, что ли, идти? Ну, наверное. Я не знаю. Я пойду искупнусь. Так, ладно, это ничего не даст. Поэтому иди назад. И куда теперь тогда? Откуда я знаю? А может, мне надо к нему подойти? Попробуй. О, будет весело, если он меня сейчас грохнет. Ну? Ну, попробую и не знаю. Ну? Цель неуязвима. Ну, ладно. Значит, он ничего не может сделать. Возвращайся. Отлично. Куда мне возвращаться? Я оттуда только что пришел. Ну, поищи что-нибудь еще. Какой-нибудь проход. Еще один. Так. Может быть, это дерево не просто так упало? Просто. Или нет. Ну-ка, пойди туда еще попробуй. Я не могу. Попробуй шерфы подобрать. Ты гонишь? Так, возвращайся вниз. Я все-таки просто... пытаюсь туда пройти. Да там ничего нет. Ну ладно. Ах, ну ладно, пусть так. Время умирать. Ну типа. А ну, мне, ладно. Я чую, я только вступлю на эту землю, и мне сразу будет хана. Ну, я же говорю. Наш герой погиб. Ну ладно, начинаем заново. Ты ловишь? Нормально, нормально. Окей. Все, мы вроде бы дошли до орангутанга. Так, ну и как бы, ладно. Куда ты дел? Что? А, ты Хрю? Я пытался побить своего этого тиммейта, чтобы он меня пропустил. Мне написали: I'm a gay ally killer. А, и они тебя обратно-то? Нет? Я думаю, что нет. Это прям какой-то безысходность какая-то. Если я бабу шлепну, что будет? Попробуй. Нормуль. И... Во! Теперь они будут... Понятно. Это... Так, давай заново проходить. Подожди. Что подожди? Да? Они тебя теперь не выпустят так. Выпустят. А, видишь, когда появляется скелет, он не начинает двигаться. Попытайся выйти. Я знаю. Выйти. Так, ну попытайся. Хорошо, я теперь целителя. О, какой он долгий! Ну попробуй его. Да. Ну, хотя бы тебя выпустят. Думаешь? Да. Сейчас можно. Какая разница, если я свинка? О! Там что-то выпало, по-моему. Меня не пускают. Там шапка. Да нет. Там шапка под ним. Есть, точно. Сейчас я вот этого грохну, они все туда придут. А я попытаюсь уйти. Вот, давай. И... Ну... Я пытаюсь. Во, вышли. Но ты свинка. А это я и мой друг свинья. Ну ладно. Мне больше всего прикалывают его дерганные движения за тобой. Так, а куда мы? Куда мы? Куда нам? Не знаю. Ну ты же тут был. А. Человек с топором. О! Короче, смотри, давай я сейчас пройду сюда, меня убьет дерево. Ты уверен? Да. Спади скороходы. Вот. Они должны были здесь остаться, эти сапоги. Я их не вижу. Ну тогда напрямую не вижу. Надо было их все-таки взять. Ну ладно. Так, теперь ты помнишь, в пещеру не заходить. Почему? Потому что там тупик. В итоге-то будет. А в итоге куда? Другое место. Может, надо на ледышку встать? Туда нельзя встать. Куда встать? Куда идти? Опа. Это как? Я не знаю, он поднялся по водопаду. Логика, пошла ты! Да, именно туда. О, блин, кто? Это... Блядь, нет, не хочу. Mage. Так чё, у тебя нет выхода, и сражайся. Я не хочу. Единой маг. Кстати, моделька клёвая. Он стрёмный. Ну, моделька-то клёвая, но вот он стрёмный по... Ну ладно. У тебя нет выхода. Выход есть всегда. Бежать. Как?
какая у него атака? Он силен. Мощная у него очень атака. Понятно. Короче, если что, просто взять и сваливаться. А может, надо было его обижать и все? А может, попробуй назад, пока ты еще жива? Охрен там, сейчас ты уже не будешь жива. Сука, дотягивается до меня. Сволочь. Уйди от меня. Нет! Тебе показалось, это все блеф. Все, обратно по водопаду и вниз. No logic. Попробуй как-нибудь займись с этим странным человеком. Все еще никак. Прячь меня. Ну, блин. Может, реально его нужно было обижать? Ну, может быть. Но сейчас у тебя это в любом случае не получится. Ну, надо подождать. Ой, шапочка. Ах ты гад. У тебя их три, у меня их одна. Господи, на шапку свою. Еще и так демонстративно мимо прошла. А ты мог бы мне в руки ее отдать. Зачем? Не знаю. Так. Кто че? У меня больше хп, поэтому я танкую. Окей, я попытаюсь пройти. Только я не уверена в том, что у меня это получится. Тыщ. 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 Может быть, это и рассчитано на топор? Ну, этот чел. Не знаю. Я еще станю его иногда. А, его надо убить здесь, это, барьер. Ну, понятно. Ну, подходи тогда. Иду. У меня еще святое исцеление есть, кстати. У меня нет. Это из жука, который. Я знаю. О, вот это мне нравится. Странно, что из него ничего не выпало. Почему странно? По-моему, все нормально. Блин, из такого сильного могли бы что-нибудь дать. Так, ну ладно. Видимо, опять по водопаду. Какая логика? Давай логику. Какая логика? Не знаю никакой логики. Что за дом? Какой-то домик. Какие-то ведьмочки. Эти ведьмы. Неуязвимые. Здравствуйте. А зачем вы сюда вошли? Я понятия не имею. Пошли обратно. Тут должно быть что-то, с чем можно взаимодействовать, мне кажется. Точно? Почему одна в загоне, а вторая около стула, около трона? В загоне. Что за фигня? Она загоняется. Ну-ну. Окей, ладно. А, ну да, еще один водопад, ну да. Прекрасно. Как это, я сразу не додумался. Как вообще можно до этого Стоп! Как-то? Если вы хотите здесь пройти, вам нужно убить меня. Я ну, не так иди сюда. Ха-ха-ха, я думаю, что вы не сможете. Черт, он заблокировал наш путь. У нас есть что-нибудь бьющее на расстоянии в нашей группе? Ясно, нам, наверное, нужно вернуться к тем девкам. Ну, видимо, пусть так. Ну так вот. Подойди, раз тебя надо убить. Хули ты тут изображаешь? Ай, какого хрена? Что? Я зашел и вышел. Hello, young man. Ясно. Damn, she's hot. Черт, она классная. Что? Здравствуйте. Ну, это я типа говорю. Вы бы тоже нам присоединиться? Ну, вообще-то, я болею, поэтому я не могу выйти. О, ну, пожалуйста. А, ну, ладно. Кого волнует, что я болею? Сам Adventure. Должны же в моей жизни быть приключения. И теперь я ее управляю. Пойдем. Прелесть какая. Она болеет? Ну, типа. Куда ты идешь? Я забыл. Я забыл. Нормально. Ладно. Пусть так. Так, ведьма, мы... Мочи этого чувака. Стоп! I will let you go for this time, but... Слышь, стой! But you don't think... Он домой пошел. Я пропущу вас на этот раз, но не думайте, что у вас это получится в следующий раз. Ой, она умерла. Что-то там... О, мне так плохо, мне так холодно. А, и она умерла, да. Он пошел в этот домик. Ну плевать, туда нельзя. Ты туда вошла? Да. Хм. Нормально. Он здесь. Он неуязвимый. Что нового? Еще. Please don't disturb me. Слушай, я сделаю, наверное, очень плохую вещь, но я хочу призрака грохнуть. Сделай.
А этот человек говорит нам не беспокоить его, потому что он смотрит футбол. А я не могу до него дойти. Окей, ладно. Я тоже не могу, ну ладно. Ну если я не могу, почему ты можешь? Ну, мало ли. Так. Они сжигают дом. Но это странный был... человек. Я куда-то пришел. Есть цветы. А что и если... Морлоки. Ладно, пусть так. Может, ко мне придешь? Ой-ой. Что? Что у тебя там идет? Здесь какая-то мафия. Это где? Ну, зайди в следующий дом. Но я не могу, у меня морлоки пока что держат. Чего держат? Морлоки. Понятно. The Evil. Так, что вот есть еще? Тут вообще, я смотрю, ну, достаточно... Какой кошмар! Что у тебя там уже? Я даже боюсь представить, что это такое, они пытались показать здесь. Так, ты домочила этих морлоков? Почти. Я просто наблюдаю, что ты делаешь. Поэтому я не вижу, Дубачева у меня нет. Вообще в этом доме целый лес. Понятно. О, здесь этот... Да-да-да-да. Типа послушника, он с ведьмой что-то делал. Да, это ты еще что-то такое? О, у них не стоит. Здорово! Давай его убьем. Я не хочу. Сам разбирайся. У тебя топор, ты разбирайся. Мне нравятся цветочки здешние. Они такие мимимишные. Да. Их так много. Какого хрена в доме так много цветов? Какого хрена дом такой большой? Может, это задний дворик? Ну, раз тупик, идем обратно. Сейчас покажу тебе кое-что. Вот в том, в соседнем доме. И мафию. Мафию и что-то потом... То, вот что... это я видела, то, что там на кровати было. То, что... Какие-то кровавые ошметки, да? Да. А, ну тогда это ладно. Такое... Не, ну я видела чисто, ну, то, что ты... Ну, блин, господи, я, короче, пойду туда. Ну ладно. Да, блин, зайди, говорю. Да куда ты? Чёрт возьми. Так, там были ещё нет. Они... Слушай, а их может быть убить? Здравствуйте. Их же и можно убить. Они вон так-то слабенькие. Кто, мафия? Да. Ну попробуй. Ты так говоришь, как будто... Ну ладно. А здесь какой-то чел стоит рядом с этой... А, вижу. С этой. Я его попробую грохнуть. А, к нему нельзя пройти. Ну пройти-то мне дай. Мафия, да подожди-то. Ну дай мне пройти. Ясно тебе? И все. С них только некроманты будут, да? А с некромантов будут еще и зомби. Ну не зомби, а скелеты. Я хочу мэна помазать. Ну ты, короче, сама там разберешься. Ага. А с него только скелет выпал. Фу. Ну ладно. Ты другие дома смотрел? Нет. А нет, да, смотрел. Третий, там ничего нет. Почему нет? Короче, смотри. Так, выйди. Не хочу. Тут, короче, стоит верфь, корабль стоит одну еду. Ну. Я купить не могу, потому что у меня еды две, как бы две единицы из одной. Два дробь один, потому что я сам и пехотинец, который там далеко позади остался. У меня, ну, вот корабль. А, ошибись. А ты не можешь, ха-ха-ха. Ну, ты меня забить тогда. Не могу, нужно указать на подконтрольную боевую единицу. Так, подожди. Забирай. Что? Что ты забрал? А-а-а. Забирай. Да блин. Приветствую. Ты не можешь все равно сесть. Как тебе его отдать? Никак. Так, ладно, выйди из корабля. Так, союзники. Короче. Так, забрал. На тебе топор.
На тебе эту шапку, на тебе эту шапку. Что ты творишь? На тебе свиток. Иди дальше. А почему так? А потому что мне ехать не прийти уже. Ой, тут какой-то корабль. Это корабль-призрак. Прелесть. Еще один. Еще один. Как мы не проходим, я понимаю. И куда я вообще должна плыть? Сюда, что ли? Ну, видимо. Эх. Приветствую. Интересно, я могу тебе отдать корабль? Не можешь. Чайно. Что нового? Вечное пользование. Так. Кстати, как ты купила вообще корабль? У тебя же один из одного должно быть, да? О, у меня ноль из одного. А... Было. Понятно. Значит, пехотинец стоит, видимо, две еды. Наверное. Я вижу. Непродуманная карта. Что-то. Я здесь что-то вижу. Где? Но здесь вот какая-то пшеница. Я не знаю, куда я иду. И тем более не знаю, куда ли я иду. Стой. Ой, нет. Я хочу осмотреться перед тем, как идти туда. Должен же быть способ какой-то убить этого пехотинца дурацкого. Ну же. Пехотинец. Еще какой-то домик. Я могу в него войти? Нет, не могу. Так, сюда я не буду идти. Мне не нравится эта руна. Так. Ну ты попробуй пройти туда дальше, пехотинца. Может там есть кто его грохнет. Я уже сейчас прям попробовал. Там ничего нет. Печалька. Называется «Кто-то проходит пехотинцем». Что он говорит? Должно быть, сюда было трудно добраться. Подходите. Есть ли ваше ранение? Вот так. Пусть так, ну подойди. Он наверняка скажет, типа, ага, я пошутил, вы сейчас умрете. Да нет. Поцелил. Странный маг. Наш герой пошутил. Ладно. После меня выпала руна возрождения. Зато у меня есть корабль. Ну, круто. Я не знаю. Я могу отдать его тебе в подчинение? Попробую все-таки еще раз меня как-то забрать. Приветствую вас. Да не могу я тебя забрать. Блин. Добро пожаловать в нашу деревню. Что он пишет? Постройте ферму. Что? Ну что, когда нельзя забрать, что он пишет? Пишет то, что... Господи. Невозможно погрузить цель. Хм. Ну, не знаю. А как тебе отдать в подчинение корабль? Да никак. А, нет, понял, о чем ты. Союзники. Там, где я, поставь галочку «Общие войска». Так. О! Во! Зашибись вообще. Да ты гонишь! Тебе обязательно нужно было убивать единственный корабль. Ладно, буду знать, что оказывается эти призраки корабли убивают остальные корабли. Так, вроде бы мы добрались. Мы снова на том самом месте. Не обращайте внимания, что я в щупальцах каких-то. Да. В лянах. Это последствия... Я просто была очень ленивая. Да, поэтому она зашла в плотоядные корни, которые ее убили. А потом... воскресили меня вот в таком вот интересном виде. Будем считать это багом. Но к багам, я так думаю, уже все привыкли после вампиров. Там и не такое бывало. Так, к этому чуваку не подходим, это я помню. Порожничком, его порожничком. О, чел в шапочке. Hello, Brownie. Hello on yourself. Ой, блин. Поп-поп-поп-поп. Окей. Okay. А что если туда пойти? Окей, давай разделимся. Будет круто, если меня сейчас грохнут. Ой, шипы. Там сказано, что можно возродиться в трех местах. А где еще? Призрак. Я не знаю. Место. Что там черное такое? А, так, ясно. Куда я вышел? Ты должен идти ко мне. Ту-ту-ту-ту. О, ты по идее должен повернуть рычаг, как я понимаю. И эта машина меня задавит.
Но этот рычаг что-то открывает, как я понимаю. Или нет? Мне кажется, что просто машина на меня поедет. Она и так на тебя поедет. Тут вообще какое-то дерево стоит, вот которое падает. Я вот не знаю, как тут пройти. А, может быть, нужно повернуть рычаг, дерево упадет, и мы можем здесь пройти. Подожди. Я очень хочу, чтобы ты его повернул. Я хочу сам попробовать. И не хочу умирать, да. Ты здесь не пройдешь. Так, на всякий случай. Да куда ты бежишь? Придурок. Я ему куда показываю, блин, а он куда бежит? Короче говоря, вот тот рычаг, который там был, ну, вы помните, сейчас проходить будем, еще раз его увидите. Он активирует машину, машина стреляет в дерево, и теперь мы можем там пройти. По идее. По-хорошему. А я надеюсь, то, что я опять здесь не сдохну. Да, проходить мы здесь можем. Можем? Да. Вот аккуратненько, аккуратненько. Фух. На этой карте слишком много подлянок, на самом деле. Это очень много. Очень много. Так. Ну, идем дальше. Мне не нравится этот проход. Водопад! Странная карта, где можно забираться по водопадам. Все в порядке, все в порядке. Вещей вообще. Охренеть, как их много. Всего 4. А здание неуязвимое. Ладно. Как же ты долго их убьешь, а? Ну, блин. У тебя топор. И? И? Ты бьешь быстрее, потому что ты наносишь им больше. Зато у меня уровень. Все здания? Да, все здания не уязвимы. Я бью их быстрее даже просто потому, что у меня скорость атаки выше. Ну, круто. А вот ловкость у нас... Так, ловкость 15. Ага, отлично. Что? Почему-то у тебя ловкость 5 плюс 10, у меня 15 плюс 10. Я не знаю, почему. Может, из-за вот этих веток, которые лианы? Нет. Это просто картинка. Который она... баг. Да. Но они, короче, ничего не делают. Я вот что-то не уверена. Я, конечно, понимаю, что в этой карте много странностей, но не настолько. И скатываемся по водопаду. А, пираньи. Пираньи. Ага. Упс. Ладно. Так, тут есть узенький проход. Надо осторожно. Я вот из этих лиан не могу понять, куда я иду. Все нормально. Тыщ. Исцеление. Опять лианы. Ну-ну. У тебя плохие воспоминания с ними теперь связаны, да? Да. Которые оставили след на тебе. Да. Вот прям в прямом смысле. Ага. Ах, господи, дурацкие лианы. Вот именно. А ты мне еще что-то говоришь. Я же говорю, что они дурацкие. Они дурацкие не потому, что они страшные, а потому, что я задолбался через них проходить. А я не говорю, что они страшные, они обычные. А, портал. Я чувствую, меня сейчас здесь грохнут. А какого хрена я еще не прошла? Ух ты, вау. Эти мертвецы, что-то там, наших этих... Давай пока постоим здесь, а? Зачем ты пьешь ворота, а? Потому что мы должны спасти наших типа братьев. Ну ладно. Может, мы же их не спасем. Там... Вау. Что? Там Ice Shield, еще один Bloody Axe. Это еще один топор. Эй! Я и щит подобрал. Оставь мне хоть что-нибудь. Да господи, тут они с каждого мертвого брауни выпадают. Че тут оставлять? У меня уже все. У меня полностью все забито. У меня 2 топора, 2 щита. А у тебя забито? У меня 2 топора, 1 щит. Свиток использую просто так. И теперь у меня тоже 2 щита. Я себя. И 2 шапочки. У меня тоже 2 шапочки. Зачем ты туда идешь? Просто посмотреть, что там. Это, господи. Ой, мама мия. Ну ладно, упс, мясорубочка там ходит.
Так, новый уровень. Сам, а если... Да. А, понятно. Что? Не, ничего. Уже ничего. Ты хотел с этого Санту шлепнуть? Нет, там, где мы около ворот появились, я хотел посмотреть, что было бы, если мы пошли в другую сторону, а там карта закрыта, да. Я просто этого сначала не заметил. Подожду. Подожди. Подожду. Ой, здесь нет, 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 нет. Да ты гонишь. Все нормально, я выжил. Давай, двигай. It's me. Так, секундочку. Мне опять кто-то достает звонками. Почему все пытаются мне позвонить именно тогда, когда я что-то записываю? Упс. И снова корни. Кого? О, там надо тяпнуть рычаг. Корней тут нет. А? Корней тут нет. Ну, то и... В чем же подвох-то? Знаешь? И тяпни. Сохрани-ка игру на всякий случай. Хорошо. Что я могу сказать? Так, теперь я могу тяпнуть рычаг. Так, эти мертвы. Так, и что дальше? Поле исчезло. Ну, а что оно решало? Я не знаю, мы можем пройти к воротам. Где? Каким воротам? Боже. Вот. А-а. А, там еще... Поле было, которое закрывало эти ворота? Серьезно? Я не видел. Ну, ладно. Есть... Ключ нужен. Где я вам ключ возьму? Он, наверное, где-то вот здесь. Давай ты туда пойдешь. Что ты гонишь? Только если меня убьют, это будет твоя вина. Мы сохранились в любом случае. Ну и что? Это будет твоя вина. Ну, понятно. Я жду тебя около ворот, в общем. Да, там ключ лежит. Блин, а куда я его положу? Ну, выложу что-нибудь. Отлично! Спасибо, Кэп. Да куда ты, блядь, гонишь? Великолепно. Вот ты все и выложила. Я могу один попытаться. Ну давай, иди. Я укладываю щит около ворот прямо. Так, я помню, что... Корни — это плохо. Что самое интересное, я ведь всего лишь коснулась, блин. А, всего лишь коснулась. Но он, у него же не перестал как бы, ну... исчезать его здоровье. Он просто взял и сдох. Ну да. Ну, заебись, чё. Как тебе моя кучка? Очень мило выглядит. Красно-синяя кучка. Так. Вот это, аккуратнее с этими лианами. Слушай, я что, по-твоему, такой, как ты? Да. Ты ошибаешься. И вот интересно, меня воскресят? В следующий раз, когда мы найдем на следующего респауна. Там в описании карты было сказано, что можно 3 раза воскреситься. В трех разных местах. В одном уже были. Ну, второй где-то должен быть, а третий тогда где? Да. Мы же вроде бы уже почти к Санте пришли. Ну, то есть получается вот за вот этой вот дверью какой-то маленький лабиринтик и сразу Санта. Да? Да. Тогда где я должна воскрешаться, по-вашему? Ну, я не знаю. Сейчас посмотрим. Так, так. Так, сохраниться не хочешь? Я не могу сохраниться, я уже сохранялся. Ну и что? Если сохраниться один раз, то второй нельзя. Окей. Так, эти руны безопасны. И что дальше? Эй, мясорубка. Мясорубка. Ну, нет, так вообще нет. Он мясовозка, по идее. Труповозка, по идее. Ну, какая разница? Как я ошибся, так ты меня исправляешь, а как ты ошиблась, так какая разница? Это знаешь, как, ну, женщина и мужчина. Если разбил тарелку, руки и жопа. Если женщина разбила тарелку, то на счастье. Ой-ой, что это? Скрипт. О, мы это сделали, мы добрались до Санты. Сейчас он нас еще куда-нибудь отправит. Слушай, я там есть, смотри. К
Короче, you know that... Блестю. Господи, что? Что они говорят, а? Кого-то убить должны или чего-то не понимаю? Какая-то магия, мы что-то должны сделать или все потеряно? Там что-то там с его крепостью на севере связано. О боже. Ой. Факт в том, что я жив, я себя вижу. Последняя война Браунис начинается. А-а-а. То есть Санта говорит, что мы должны сражаться против мертвецов? Сирал, что ты говоришь? Так, ладно, пусть так. Я самый чёткий. Руны. When the brothership of Browning... Что? Может, настанет день, когда мы там что-то... Когда все будет потеряно, но это не сегодня. Сегодня будем сражаться за Брауни, за Санту. Ах. Пусть так. Окей. Что мы должны делать? Бери щит, там все такое. Не позвольте Санте умереть. И убейте ледяного мага. Ясно. Руна возрождения тут повсюду. Пора мучить ледяного мага, идем. А зачем мы идем? Он, по идее, должен... Он неуязвим. Что? Он неуязвим. Возвращаемся. Нет. Он уже исчез. Ой-ой! А, понятно. Ой-ой. Нет. Подождем, пока... Пока их убьют. Да. Там, кстати, очень много шапочек. Я знаю. Круто. И много топоров, и много щитов. А зачем так много? Ну, типа, для всех это вооружение. А может быть, надо им тоже дать? Зачем? Так, чтобы, знаешь, они лучше били. Я хочу пройти туда. Я же, типа, мега-крутой воин. Ну, иди. Поэтому я в бой рвусь. Мы, по идее, с тобой одинаковые. Так я не... Так чё, я пойду туда или нет? А где я? А, ну, вот, вижу я себя. Ой, что это? Что это? Что это? Это наш, по-моему. In this war against undead. Да, что-то такое. Санта. Looks like... Короче, мы туда не пройдем, нам нечего там делать. Ну, меня там... я там застрял. Молодец. И пятый уровень, кстати, последний. Да? А, нет, нет, не последний. Или последний. Так последний или нет? По-моему, все-таки да. Блин, зачем такой маленький проходик сделали, а? Побольше нельзя было? Авторы дураки, короче. Санта. Выпустите меня отсюда, блин. Слушай, а как они камнями кидаются? Я тоже так хочу. Это какие-то особенные. А, Брауни Стоун Тровер. Это Брауни, который кидается камнями, так и переводится. Прелесть какая. Мой нашел выход. Вот почти. Мой нашел, куда ему себя приткнуть. Вообще где? Ты все еще в тумане? Вот тут, если тебе видно. Ну сверху, короче. Сверху справа. Ага, понял. Как меня по корешкам не заметить, ё-моё. Ну все, я теперь, короче... Не убегай. Брауни. Оставайся здесь. Молодцом. Эти кидатели камней, по-моему, дамажат и меня тоже. Если я ничего не путаю. Наконец-то я вырвался из тумана, буду сейчас мочить всех. Всех это кого? Ну, всех. Посмотри просто, где я? И увидишь кого всех. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то у меня здоровья мало. Выпустите меня, придурки! Ты прошел? Нет. Ясно. Мне вот интересно, а руна возрождения, она вообще что делает? Она устанавливает здоровье и ману вместе. А. Ясно, ты, короче, не пройдешь. Интересно, если я ее использую, то на тебя она подействует? Или ты слишком далеко? Я слишком далеко, скорее всего. Ну ладно. Господи, да выпустите меня отсюда. О, ура. Вышел? Я иду... Нет, я не иду брать руну.
Почему? Потому что если на Санту нападут, мы же должны его типа сохранить. Ну да, сохранить. Вот. Целости и сохранности. Куда я опять иду, а? Зачем я туда иду? У нас есть бросатели камнями. А меня не пропускают. Ну хотя ладно. Так, а теперь вот надо уйти. Вот теперь что-то совсем все плохо. Ну и почему я не прохожу? Ну кто там опять мне мешает, а? Бывает. Ты бы уходила, а? Я вообще собиралась как-то. Все понятно. Нас там кто-то не пускает, короче, в тумане. Ну-ну. Я уже в тумане. Я чувствую, меня сейчас грохнут. О, все, не грохнут. Ну, блин, наконец-то. Может, все-таки возьмем одну? Что именно одну? Руну. Нет. У нас здоровье и так все время восстанавливается. Ну, ладно. Ну и... Кто дальше? Да никто. Вон они там все стоят, иди к ним. Ну что, может чаю попить тогда пока что? Просто все равно, пока здоровье восстановится, это долго. Ну пошли, в чем проблема. Правда, я боюсь, то, что они к нам успеют прийти к тому времени, как мы будем чай пить. А, вот они пошли, точно. Ну вот я о том же. Так, чай подождет. Так. И пусть весь мир кого подождет. Кого убить? Злые призраки, скелеты. Я пока постою. Мне пока хорошо. Во. Упс. Вот эти дурацкие эти некроманты мешают. У нас тут есть это гоблин. Я вижу, правда, он сейчас сдохнет. Сдохнет? Кто? Гоблин. А. У него 66, 53. Это я сейчас сдохну, это меня тут все бьют. Так, все ясно. Да блин, гоблин! Который около меня, тварь, не пускает меня. Твою мать, все, ясно. До свидос. Окей. Пойти что ли твою руну забрать? Забери, не знаю. Если не боишься, конечно. Боюсь. Они сейчас сами ко мне придут. Блин, ай ладно. Слушай, я могла просто взять руну, потому что она целит всех, кто вообще есть сейчас на поле. Может, это у нее радиус такой большой? Может быть. Но не факт. И восстанавливает она полностью. Моя бежать. Ну-ну. Моя бить. Моя в тумане. Ёжик. Причем в прямом смысле этого слова ёжик. Почему? Лианы. А, понятно. Ёжик в тумане. Ты бы уходила оттуда, тебя сейчас убьют. Да не убьют. А? Что? Убили последнего стража, который камнем кидается. Прясть. Ну, короче, Санту мы не спасем. Это однозначно. Не, попробуй... Что? Подойти, сагрить их и подвести к остальным брауни, которые остались. Брауни. Тыч. О. И Санта такой. Отлично. Санта, что ты делаешь? Почему он катается? Да потому что моделька не проработанная. Так и продолжай делать, пока не все на тебе там. Где они вообще? И возьму руну возрождения заодно. Нет, это радиус просто большой. Где они? Вот. И восстанавливается она не полностью. Так, ладно. Ну и проходи. О-о-о. Я с ним справлюсь или нет? Я не знаю. Попробую его сагрить. Ой. Все, бегу, все, убегаю. Меня здесь нет, ты меня не знаешь. Я тебя тоже не знаю. Почему ты не бежит за мной? Чё, придурок, что ли? Мать твою, иди сюда. Хм, ладно. Придется бить. Ну, я бы подождал, пока у тебя здоровье остановится. Я чуть-чуть потыкаю, потом убегу. Ну ладно. Ровно до 300, наверное.
Ну, или хотя бы рядом. У него в любом случае здоровье восстанавливается, если ты уходишь. Эх. Ну, значит, надо взять руну. Чё мне ждать? А может быть, вместо щита взять эти, господи, топоры? Ну, пробуй. Там сила атаки повысится на 25 за один топор. Ну вот. А щит повышает защиту. Блин. Так, постой. Я подожди, вот так вот лучше. Взять дополнительный топор и один щит. Ну ладно. Вот зачем мне мана, если я ничем не пользуюсь? Чтоб была. Отлично. Где он? Ну, в прошлый же раз мы его затыкали. Ты... Так мы вдвоем были. Тут-то будет сложнее. У меня вообще и здоровья больше на этот раз. Тут зависит от того, какой у тебя шанс стана. На самом деле еще. Кто-то там на улице орёт, если вам слышно. Вряд ли. Да, скорее всего, слышно. Потому что, когда я пишу что-нибудь, и там у меня за окном что-то происходит, это очень прекрасно слышно на записи. Даже тогда, когда ты этого не хочешь. О, так, слушай, он за мной бежит. Вот и замечательно. Подводи его к остальным. Веду, если я не сдохну! Нет! Нормально. Фу. Ну и вторую сразу бери. Какая разница? Надо же было так заорать. Ну ладно, ладно. Куда он ушел опять? Вернись! Навернись! Куда ты, сучка, ушел? Можешь попробовать... Подожди, постой, постой. Стою. Ты что, возродился? Нет, я не возродился. Печалька. Тут разницы нет. Так что делать? Так, если я попробую... Ну? Я думаю, не будет особой разницы, если ты выложишь щит и возьмешь топор. Еще один. Или ты можешь выложить даже шапочки и взять топор. Просто чтобы быстрее его... А, слушай, у него здоровье пока не восстанавливается, бей его. У него немножечко, но восстанавливается. Ну, слабо все равно. Короче, где-нибудь на 200-ке надо будет реально валить. Ну, смотря еще сколько у него останется здоровья. Следи за ним. Что скажешь? Жить? Пока продолжай бить его. Тем более ты его станешь. Тем более критуешь. Давай. Тебе еще. О, есть! Мы спасли Рождество. Рождество уже прошло. А нет, сейчас китайский Новый год. Какая разница? Ну вот и хорошо. Я умер, я больше к этому не причастен. Вот и хорошо. Это замечательно. Ты уже второй раз меня оставляешь в одиночестве. Ой. Первый раз ты меня оставил на охотниках. В первый раз были виноваты эти самые... Кто? На охотниках. Ну, тачки. Машинки эти, да. Второй раз меня тупо не выпускали из прохода. Иди, Лёша, сражайся, называется. Ну вот, такая вот карта, дорогие друзья. Карта какая-то очень стрёмная, но хотя бы теперь вы знаете все её подлянки. Ну, на самом деле, то, что все знают подлянки, это не очень хорошо, потому что теперь играть будет неинтересно в неё. Спойлеры! Ну что ж, в любом случае, мы её прошли, и что-то как-то она меня не слишком обрадовала, честно говоря. Но есть какое-то чувство удовлетворения. Ну да. Ну, недоработок много у этой карты, как выяснилось. Там тот же пехотинец у первого игрока. У красного. А если бы я была красной, у меня бы он был. Ты же обычно фиолетовый. Ну да. Вот я как раз поэтому решил в этот раз не менять цвет, потому что знал, что у красного, то есть у админа, может быть что-то там особенное. Ага. Что? Ну потому что если бы ты там была синей, а я был фиолетовый, например, то тогда мы бы просто не прошли тот момент. Вот и все. Но я бы тогда взяла красный. Под цвет крови. А, ну ладно. Ладно, все. Как всегда.
Всем спасибо за внимание, до скорой встречи. До скорой встречи.